Эх, ничего, наверное, не видать. Ну, 19 градусов на градуснике. Однако, сегодня у нас 6 октября. Октябрь. Травка зеленеет. Не припомню, чтобы вообще уже первый снег давно должен был лечь. Но у нас в сентябре было, да, период. Прям минусовые температуры, но снег не ложился. Ну, конечно, легенды говорят, что в советские времена на 7 ноября в рубашках ходили на демонстрацию. Но когда это было давно. А последние времена такого жаркого осени года у нас не было. А вот это все, что осталось от леса, скажем так. Голая искитимка. Раньше здесь рос лес, но красивый, некрасивый. Второй вопрос, сейчас одни пенечки. Бабушкам сидеть неудобно. Здесь будет вот что. Новый губернатор сказал, будет размещение квартал искусства, парковая зона. Чуть ли не впереди планеты всей. Типа тут будет чуть ли не Гнесинки, филиал чуть ли не Третьяковской галереи. Но что-то как-то пока голяк, некрасиво, гаражи снесут, уберут, людей, никто не спрашивает их мнения, сколько они денег потеряют. Ну и пока вот так вот все голое, но жарко.